Польшу смотреть в чужой чемпионат. Польшу, да. Ленин. Болеть будет там за чужие команды, не за нашу команду. Это мы болеем за нее. То есть, Михаил Дмитриевич. Назовите состав 11 человек хотя бы, кто играет на чемпионате Европы. Михаил Дмитриевич, Европы. Здесь. В нашей команде, назовите. Здесь. Владимирович, игроков здесь. Знаете каких-нибудь футболистов? А? Футболистов каких-нибудь, знаете? Да, Яшина не предлагает. Киржаков, ворот так, Киржаков, да? Так, да? Еще кто? Да. Кто в воротах стоит? И зачем это нужно сегодня? Вот зачем? Это ваша задача. Я буду еще помнить, я доктор философских наук, заслуженный юрист России, лидер парламентской партии, буду, кто в воротах стоит? Для дураков эта информация. Да правильно. Для больших дураков. В воротах стоит, пнул, ударил, забил, и сидят, радуются, ой, забил гол. Это для вас. Если вы сказали. Для самых примитивных людей, которые ничего не соображают. Отлично. На политическом поле вам никогда нельзя быть. Вы ищете, кто стоит в воротах, голоса вот футбольной и поезжайте. Поезжайте туда, вы уже мне обещались потерять голоса из-за Пугачёвой. И потеряли. Вот меня бы послушали. И вы еще послушали, выиграли бы выборы. Не надо. Выиграли бы выборы, послушали бы меня. Знаете, какая сказали бы Пугачёва, да. Готов.